На нашому каналі «UA Суми» ми продовжуємо піднімати питання внутрішньопереміщених осіб на Сумщині. Сьогодні у нашій студії психолог, координатор проєкту «Пом'якшення наслідків переміщення для жінок та дітей» Вікторія Ратєєва, психолог психологічної кризової служби Валентина Мирославська та викладач правознавства Людмила Руденко. Вітаю вас, пані. Пропоную зараз до перегляду соціальну рекламу про внутрішньопереміщених осіб. Соціальна реклама про те, що ти ніколи не знаєш, що очікує на тебе завтра, і що, на жаль, кожен з нас може стати внутрішньопереміщеною особою. Людмило, ваші емоції після перегляду цієї соціальної реклами, чи були у вас якісь паралелі зі своєю історією? Ну, ви знаєте, такі змішані чувства, тому що, в принципі, мій переїзд в Суми був, мабуть, осознаний. Я осознанно подошла к этому шагу. Ну, многие люди реально от собирались, бросали все и так уезжали. Наверное, да. Ну, и хочется, вот знаете, сейчас приходит осознание того, что, наверное, вот ту жизнь, которая она раньше была, она уже не вернется. Потеря того, что было раньше. И тот Донецк, который он был раньше, ну, они уже, он уже таким никогда не будет. Наверное, вот ловишь себя на мысли, что скучаешь за той жизнью, которая у тебя была когда-то. Наверное, вот такие чувства у меня. Дякую. Валентино, ваші думки, рефлексії? Ну, я думаю, що це складна така ситуація, да? І у кожного свій опыт із тих людей, які внутрішні переселенці, да, по цьому поводу. Но це дійсно складна ситуація, і люди нуждаються в якійсь допомозі і підтримці. Поэтому реалізується багато проєктів для того, щоб допомогти людям пережити ці всі события. Дякую, Вікторія. Конечно, я думаю, что очень сложные чувства переживает тот человек, который спонтанно, внезапно срывается с того места, где он прожил достаточно долго, и приходится переехать в какое-то, может быть, совершенно незнакомое место, и когда у тебя там осталось не только привычное жилье, но еще и люди, которые родители, и это очень тяжело. Дякую. Людмила, запитання до вас. З якими труднощами, проблемами, якщо вони були, то з якими ви зіштовхнулись на перших етапах адаптації після того, як змінили своє постійне місце проживання? Ну, ви знаєте, мабуть, основне, я більше всього переживала, мабуть, за дітей по поводу адаптації, тому що школа, ребенок якраз от перший клас, пропустив 1 сентября, і за цієї ситуації я от 15 сентября тільки в Суми приїхала. Переживала, как дети адаптируются больше. Я, ну, наверное, еще волновала то, что приехала в совершенно незнакомый город, нет родственников, особо близких друзей. Переживала по поводу вот, возможности, если вот дети, например, заболеют, да, как я выйду из этого положения, поскольку одна с двумя детьми. В принципе, по работе особо у меня проблем не возникло, потому что это то, чем я 10 лет практически занималась в жизни, тут ни особых проблем не было. Были, конечно, такие бытовые проблемы, связанные с организацией, да, сказать, нового места для жизни, потому что фактически, ну, многие моменты бытовые пришлось начать с нуля, скажем так, для себя и для детей. Ну, это все такие проходящие трудности. Ну, а в плане, наверное, эмоциональном были какие-то ожидания, что возможно, но
это закончится, возможно, когда-нибудь вернусь, но чем дольше это все длится, то понимаешь, что... То есть ты уже не относишься к этому, к этой жизни здесь, как к какому-то временному явлению. Ты понимаешь, что это на все, ну, как бы на долгое время, что ты должен уже жить и строить свою жизнь именно здесь. Чему вы убрала сама Сумы? Вы знаете, получилось, я исходила из того, где можно найти мне работу. Поскольку возможность была найти работу именно здесь, я поехала именно сюда. То ви спочатку знайшли місце роботи, да, і вже да, під нього да, орієнтувалися, куди вам да, переїхати, так? Іменно так, да. А чи зверталися ви до служби якогось соціального захисту населення mm-hmm. або ж до психологічних служб mm-hmm. за допомогою? Ви знаєте, ну, в принципі, по соціальній службі я пройшла ту реєстрацію як тимчасово переміщена особа, в принципі, як всі. Ну, звісно, дуже благодарна, коли от я з Вікою перший раз зустрілася у нас в учебному закладі, да, на круглому столі. І потім стала більш такою вовлеченою в ці всі проєкти, зв'язані з діяльністю Красного Креста, да, і потім в дальнішому по жінкам, да, по психологічній підтримці жінок. И, в принципе, мне этих проектов вполне хватает, потому что есть возможность отдохнуть, да, есть возможность для самореализации даже какой-то, есть возможность просто расслабиться, отвлечься, в принципе. А так в другие какие-то службы, в принципе, не обращалась. Ну, зараз Вікторія, mm-hmm. як координатор цих проєктів, розкаже, якими зусиллями, яким чином створювали таку можливість для внутрішньопереміщених осіб відпочити, розвіятись, як сказала Людмила. Ну, очень хорошо, что мы сейчас координируемся и работаем не только там в рамках проекта Красного Креста, который спонсирует там японское правительство. Мы сейчас одну часть проекта закрываем, вот подходит к концу. Это вот февралем, это работа именно с июня месяца по февраль месяц. Это работа с детками и с женщинами. Пом'якшення наслідків переміщення для жінок та дітей проект, да, так? Да, да. И мы проводили... И большая благодарность поддержке именно нашей Сумской кризисной службы. Вот моя коллега и друг, мы стараемся как-то совместно проводить мероприятия под таким, при такой поддержке психологов, студентов, людей мы приглашаем, обзваниваем. Сейчас уже на сегодня у нас выстроилась работа. То есть, например, если там Валентина, они проводят группы самопомощи. Это вот их уже такая работа, они этим занимаются. Я больше занимаюсь все-таки занятиями с детками, так как я сама арт-терапевт. Для меня очень важно творчество, и через творчество мы с детьми проводим арт-мастерские. Мы проводили, вот уже начали делать детский киноклуб несколько раз. Проводим также такие мероприятия с детками, больше еще развивающие, то есть студия песочной анимации, мультфильмы они делают, аниматоры с ними занимаются, то есть более такие большие группы, когда можно там 25-30 детей, например, пригласить. И их рассоединяем там по возрастам, то есть для разных абсолютно детей разного возраста. Мамы отдельно, а детки уже дают волю себе там расслабиться, играют, взаимодействуют друг с другом, знакомятся, адаптируются. Мне кажется, что это очень-очень важно, когда такое безопасное пространство для детей образуется, когда дети могут познакомиться с разными детками абсолютно из города Сумы. Все же учатся в разных школах, в разных каких-то районах живут. А здесь они знакомятся, они знают друг друга, они потом уже выстраивают какие-то отношения. Очень хорошо, когда мамы друг с другом общаться потом начинают. И для нас сейчас вот важна та вторая часть. Вот мы сейчас тоже об этом и говорим. И там и с Людой, и с Валей, как нам дальше выстраивать работу. То есть хочется сделать не только такие мероприятия проводить, но еще и, например, там консультационную помощь. Там, и психологическую, и социальную, и юридическую. То есть мы не останавливаемся, даже если там проекты какие-то закрываются, мы с удовольствием будем, думаю, продолжать свою работу, и могут появляться какие-то новые проекты. Люди уже так привыкают к этим группам, там Валентина знает, да, когда вот, ну, вроде бы проект заканчивается, а все равно работа продолжается, то есть никто не останавливается на этом. Валентино, розкажіть про групи самодопомоги. Вікторія щойно так стисло проговорила про них. Розкажіть детальніше, так, від першого джерела. Ну, ідея ця
зародилось тогда, когда мы работали с службами занятости, да, социальными службами и общались с внутренними переселенцами. И такая мысль звучала от них, что необходима площадка, где они могли общаться, где они могли обмениваться информацией, обмениваться своим каким-то опытом, да, своими проблемами и решением этих проблем. И поэтому возникла такая идея. Какого формату эти встречи были? Формату, что имеется? Ну, формат, да? Збиралися групи по 15 чоловік, між собою говорили, чи як це проходило? Это получается так, что два раза в месяц собирается группа, группа открытая, то есть любой желающий может присоединиться к этой группе. И там уже получается, что есть структурированная какая-то часть, чем мы занимаемся, и есть такая часть, когда переселенцы сами, ну, инициируют какую-то тему, да, или какое-то занятие, или что их больше интересует. И тогда уже, ну, мы это все развиваем, называется. Людмила, тепер, наскільки я знаю, ви брали участь і від проєктів від Червоного Хреста, і від психологічної кризової служби. Як вам це допомогло? Чи допомогло, чи знайшли ви нових друзів у Сумах? Да, мені це допомогло, тому що, в принципі, ну, вначале это, наверное, такое, вы знаете, мне тенденция тоже нравится. Вот вначале жаловались друг другу мамы, как всегда собирались, рассказывали, как все плохо, как тяжело. Последний раз, когда мы встречались, уже начали подумать, как теперь из этого положения выходить. То есть люди стали думать, скажем так, то есть, наверное, это заслуга проекта, да, тоже большая. Люди стали думать не о том, что как плохо, да, а начали думать о том, каким образом находить какие-то новые возможности для своей реализации, да, и новые возможности улучшить в том числе свое материальное благосостояние. Поэтому мне эта тенденция очень нравится. Ну, конечно, я могу сказать, что если бы, вот, например, не проект, который координирует Вика Ратеева, никогда в жизни мои дети бы не побывали в таком замечательном лагере, да, в котором мы были. И, честно говоря, для меня это было большим открытием, что у нас вообще в Украине такие лагеря есть. Да, и тем более вдвойне приятно, что попали туда от мамы с, ну, переселенки с детьми. Мама с детьми потрапила. А да. Что за табор? Расскажите про... Получается, под Киевом, под Преслом Хмельницким, да, этот лагерь находится, в общем... Неделю мы там находились. Очень такая активная была программа. Для деток много было различных и конкурсов, и катание на санках, и купание в бассейне, и в том числе оздоровление. Это санки, бассейн, это потому что... Коли це проходило? Потому зимку? Что зимку, да, это вот было, получается, в январе. Там просто бассейн, понятно, он в помещении находится, там спортивный, ну, да, комплекс был. А поскольку зима, было и на лыжах, да, катание и катание на санках, и в том числе мы отмечали там крещение, даже лунку прорубили в Днепре, да, ходили, в общем, было очень интересно. Не было часу сумувати и скаржитися на проблемы, мабуть, таки. Абсолютно, да, то есть это настолько вдохновляет, да, настолько, может, какие-то идеи новые приносит жизнь, понимаешь, что далеко жизнь не закончилась, как говорится, и поэтому нужно идти вперед. И хочется и детям своим лучшее будущее обеспечить, и как-то грустить даже не хочется, скажем так. Валентина, вы хочете дополнить? Да, я хочу сказать, что, в принципе, проекты, они направлены на то, что первый этап – это, получается, разобраться с теми проблемами, с которыми приехали, да, люди. А второй этап – это включить их в активную жизнь, в жизнь города, в жизнь страны и тому подобное. И... Это получается. Є групи відкриті такі собі, мабуть, як диспут-клуби, так? Групи, в які люди можуть приходити, спілкуватися між собою. Є арт-терапія, де мами з дітками, або окремо мами, або окремо дітки, за допомогою мистецтва намагають відволіктись від проблем. Які ще форми взаємодії є, які ще проекти ви реалізовували, або, ну, вони вже, нехай навіть вони вже закрились, але просто, що така форма роботи була проведена? Ну, зараз дуже важливо не тільки проводити там якісь мероприятия, тобто давати, але зараз, мені кажеться, що і самі временно переміщені люди, які приїхали, ми от вже зараз виходимо на новий такий кружочок, коли хотілося б із числа б цих людей, як практикуються, наприклад, от я була в
Днепропетровске, там очень активно сами люди, которые переехали, они проводят и занятия, и участвуют очень активно именно в своей жизни. То есть если я, например, я готова, то есть это моя профессия, это моя жизненная позиция, там, помогать людям, которые оказались в таких сложных, там, трагических ситуациях, когда ты не можешь по-другому. То есть мы волонтерствуем не только в проектах. Мы волонтерствовали 2 года назад еще, когда это все только начиналось, и мы группой психологов ездили в Дружбу, проводили занятия 2 раза в неделю, и ездили на Солнечную Поляну, и помогали, то есть занимались детками. Это то, что мы умеем. То есть если я психолог, я могу помочь как психолог. Когда появляется проект, это очень прекрасно, потому что самым важным появляется материальная помощь. То есть для того, чтобы провести тот же самый выезд, для того, чтобы провести с детьми любые занятия, для этого, как ни прискорбно, для этого нужны деньги. И с помощью денег мы можем действительно реализовать намного больше, намного лучше и качественнее проводить время для тех же деток, для тех же мам. То есть проводить занятия, проводить акции. Сейчас мы хотим уже больше делать. То есть мне бы хотелось бы, например, мы сейчас также делаем еще волонтерское движение. То есть не только именно помощь для временно перемещенных, но еще у меня есть такая идея создать вот первую школу волонтерства. Мы уже по чуть-чуть в ноябре там начинали делать. Сейчас есть студенты, которые чуть-чуть помогают, чтобы это было вот такое движение. Кто что может, тот проводит, чтобы это было там не раз, например, я заболела, там, или Валентина уехала. У нас нет мероприятия в субботу, то есть нас там 3 в лодке, знаете, как в фильме. Ну, немного нас людей, действительно, которые этим занимаются вот активно и проводят там занятия. Там. Ви собі ставите за мету навчити не лише сприймати, а й давати, якщо людина може це зробити. Да, вот мы с Валентиной и с нашей коллегой Нет, сейчас с Мариной Троицкой проводили курс психосоциальной поддержки. То есть мы обучили людей из районов, мы сейчас хотим выйти еще на области и на районы. Не только в Сумах, например, но у нас были люди из Шостки, из Глухова, из Лебедина и еще откуда? Из Ромнов. И из Ромнов были по 3-4 человека. То есть мы их обучили, они прошли этот курс психосоциальной поддержки. И дальше мы сейчас хотим, чтобы они на местах проводили тоже маленькие группки. И как группы самопомощи для женщин, и какие-то занятия для детей. Ну, например, если я там арт-терапевт, то это понятно, у меня арт-терапия. Если там кто-то хочет там делать какие-то занятия, он воспитатель, то почему нет? То есть для нас важно, чтобы сейчас уже все-таки выходить и на области, и на районы. Пускай это будет сейчас 5 человек придет, но через полгода это уже будет какая-то системная группа, и для людей там это тоже будет важно. Звонят сейчас из районов, спрашивают, вот, а почему к нам? Ну, не разорвешься, правда ведь? А когда ты можешь, например, здесь обучить людей, и они будут дальше, то почему нет? Мы же можем все на самом деле, очень как-то мы свою работу любим, да, Валя? Было бы желание. Валентина, чи є доповнення, можливо, ще у вас діяльність не повністю з діяльністю Вікторії перетинається? Да, хотілося б відмітити, що, от як Вікторія вже говорила, що дуже важливо, коли включаються самі переселенці в цей процес. І ми так наблюдаємо, що і на курсах от це волонтерів, коли ми обучали, що теж там були люди, які приїхали з востока України. Да? І некоторі виступають з таким такими предложениями, а давайте мы что-то организуем, а давайте мы что-то сделаем. Для сум в том числе, да, потому что мы уже чувствуем себя сумчанами. Многие из них уже не собираются, да, возвращаться, и поэтому уже относятся к сумам, да, не как там, к временному какому-то пребыванию, да, а как к постоянному месту жительства. С кем вы співпрацюете? С какими еще, можливо, организациями? Какие державы помогают? Ну, мы, получается, и с общественными, и с государственными организациями спим-працюема, да, и служба соцзахиста, и служба, как она называется сейчас? Департамент соцзахисту. Соцзахист и... Вікторія, можливо, є. Наприклад, ми працюємо і служба у справах молоді, тобто це Марія Вертель, вона нам збирає, іноді допомагає, обзванювати теж сім'ї. Служба зайнятості. Вот. І з центром зайнятості Валентина теж працює. Ми там теж проводимо групові, вже виходить, групова робота з тими людьми, які оказались в службі зайнятості, временно, да, внутрішньо переселені, і не мають можливості устроїтися на роботу.
мне кажется, что если мы не будем работать в связочке, то ничего тогда не получится. Вот наоборот, это очень хорошо. То есть, например, если нам очень хорошо сейчас помогает директор агенции промоции «Сумы» Людмила Фисенко, она полностью принимает, и мы проводим полностью там все занятия и с детьми, и со взрослыми. Сейчас у нас с ней есть такая идея взять, оборудовать маленькую комнатку для приема, чтобы вот какие-то индивидуальные консультации выходного дня, будет это психолог, будет это социальный педагог, будет это юрист, хотя бы сделать такой маленький консультационный пункт, например, там 3 часа каждую субботу. То есть это оговаривается, мы сейчас, нам вот Красный Крест купил мебель, мы завезли туда, и завтра вот мы будем перед праздниками делать себе такой маленький кабинетик. Также в университете у нас, в педагогическом университете сейчас, где я работаю тоже психологом, мы тоже сделали комнатку, и мы хотим там проводить занятия для волонтеров, и, возможно, для временно перемещенных тоже. То есть будут группы такие проводиться. То есть сейчас это все обговаривается. Знаете, вот это вот, наверное, проект, это как ребенка выносить, там вот он 8-9 месяцев вынашиваться. Это все сложно. Сложно скоординироваться, сложно найти людей, с которыми ты уже можешь быть в связке, на кого ты можешь положиться, на кого ты можешь опереться. Потому что на начальных этапах это сложно. Это правда, тяжело. Я, например, не администратор и не менеджер. То есть бывают трудности. Сейчас уже есть команда, есть люди. Я думаю, дальше будет нам намного легче. Да, тут самое главное... Говори так. Тут самое главное с места эту проблему сдвинуть. И когда сдвигается эта проблема, уже как сарафанное радио, да, что и ВПО понимают, куда надо идти, где помощь, да, можно... получить. И получается, и специалисты понимают, куди можна встроїтися і яке взаємодійство вистроїти. Я зараз пропоную до перегляду нашим глядачам інфографіку, у якій зазначено загальноукраїнська статистика, упередженість чи лояльність українців до внутрішньопереміщених осіб. Отже, абсолютно лояльними є, це зелений колір, 4% населення. Помірно лояльні, жовтим кольором, 36% населення, це трішечки більше, ніж кожен третій. Червоним кольором, помірно упереджені, це майже половина населення нашої країни. Та упереджені абсолютно, це більше, ніж кожен десятий, сірим кольором, 11%. Ось така статистика. Узагальнена по всій Україні. Насправді, цим цифрам близько півроку, але, ну, як на мене, я не думаю, що ця статистика сильно змінилась за ці півроку. Така тенденція спостерігається. Як, на вашу думку, чому так відбувається, Валентино? Я думаю, що... Чому майже кожен другий українець помірно упереджений до внутрішньопереміщених осіб? Я думаю, что здесь должна быть такая какая-то программа на уровне государства. Потому что и то, что показывают по телевидению, да, и то, что обсуждается, ну, многие примеры такие, как говорится, положительные, они не показываются и о них не говорится, да. И поэтому возникает такое впечатление, что переселенцы – это только те, которые что-то требуют и сами ничего не дают взамен. Хотя очень много других примеров. Людмила, чи відчували ви упередженість в свій бік? Ну, я могу сказать только о своем личном опыте. У меня, безвычайно, в принципе, никогда никаких предупреждений в отношении меня не сталкивалось. Тобто, ну, ви зіштовхнулися з тими 4%, які абсолютно лояльні? Ну, я не знаю, потому что, в принципе, у меня, честно, не возникло таких проблем. Вот на новое место работы мои люди очень добродушно, коллеги меня встретили, наоборот, всячески помогали. Администрация вуза тоже помогла мне с общежитием, в принципе, потому что я так бы не знала, где вообще жила, поэтому... У меня как-то такого не было. Но вам, знаете, хочу сказать, наверное, в чем это основная причина. Это, в принципе, наверное, вот эта вот информационная война. Потому что, я думаю, на протяжении многих лет в Украине занимался никто вопросом, чтобы люди чувствовали себя единой нацией. Да? И просто мы теперь расхлебываем последствия. С 2001 года месседж такой в Украине, что есть Східная Украина, есть Західная Украина. Я вам могу сказать, что как бы сейчас не говорили о тех людях, которые, например, остались там, да, за той грубой линией разграничения, все мы хотим одного и того же. Все. Мы хотим достойного образа жизни, хотим побороться с бедностью, хотим нормальные стандарты, да, жизненные, чтобы мы не чувствовали себя. Потому что когда человек бедный, понимаете, он никогда себя не будет чувствовать
нормально, да, и никогда даже не будет чувствовать себя в обществе достойным, скажем так, членом этого общества. Поэтому я могу вам сказать, что нужно проводить, наверное, умную информационную политику в этой сфере. Потому что вот я честно говорю, что со временем, ну, через 5, через 7 лет станет вопрос реинтеграции у этих территорий тоже. И нужно думать, как у тех людей мозги, грубо говоря, на место поставить. Але наразі стоїть питання, вже сьогодні, вже зараз є питання інтеграції тих, кого ми зараз називаємо внутрішньопереміщеними особами в інтеграцію суспільства. Адже ви себе не ідентифікуєте як, ну, мабуть, колишню мешканку якогось регіону. Люди так себе не називають. Ні. Мабуть, у вашій свідомості вже є такий меседж, що я сумчанка. Ну, наверное, вже да. Я могу сказать о себе, да. Ну, вы знаете, я могу сказать вам так, что нужно, наверное, да, во-первых, не считать, что эти люди, которые были вынуждены, да, с своих обычных, скажем так, мест сорваться и уехать, что они какие-то, грубо говоря, прихлебатели, ждут, что им все так принесут и все так дадут. Насправді, прихлебатели, так звані, вони є і серед тих, хто завжди мешкав. Это совсем не так. Это совсем не так. И я думаю, наоборот, люди, когда они поставлены в такие условия, они, наверное, более креативные, более, скажем так, стойкие в дальнейшем каким-то стрессом жизненным. Потому что то, что они перенесли, помогает им потом более спокойно относиться к другим трагическим событиям. Поэтому, ну и мне кажется, в принципе, меньше вот этих всяких мифов по поводу того, что да, мы такие разные, что никогда мы не поймем друг друга. Будемо сподіватися до порозуміння і до того, що наш народ все ж таки буде інформаційно об'єднаний. Дякую, що завітали до нашої студії. І дякую вам, шановні глядачі, що були з нами та дивилися ефір про внутрішньопереміщених осіб на Сумщині. Залишайтеся з ЮАСУМИ. Усього найкращого!